Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 14-го каталога Avon. Есть еще аутлет, и мы обязательно его с вами полистаем. Вообще каталог мне очень понравился, прям много-много чего хочется, много классных скидок на продукты, которые я уже успела полюбить. А на аутлете сразу на первой страничке есть вот такая вот масочка за 65 рублей для чувствительной кожи, ромашка и мак. Я слышала на нее только положительные отзывы. Если пробовали, девчонки, отпишитесь. Я планирую приобрести себе такую масочку. Второй страничке из линейки СПА очищающее восстанавливающее средство за 89 рублей. Я брала, по-моему, его тоже по аутлету за 109. И что могу сказать? Это очень деликатное очищающее средство для тех, у кого чувствительная кожа, оно подойдет абсолютно. Для тех, у кого сухая кожа, тоже подойдет. И даже моей комбинированной коже прекрасно подходит. Масляная такая, вы знаете, основа, довольно питательная. Есть какие-то небольшие вкрапления, крупинки. И после нее кожа вот напитанная такая. Мне очень нравится. Я использую как умывалочку периодически ее. И мне нравится эффект. Кожа моя тоже довольна. Нужна мне вторая вот такая большая кисточка. Скорее всего, я ее приобрету, потому что 219 рублей – это хорошая цена. У меня есть кисть для румян, но еще хотелось бы такую большую для пудры, потому что иногда приходится ее использовать. Больше в аутлете меня ничего не заинтересовало. Там дальше одежда и бижутерия, и как бы одежда не по очень таким, я бы сказала, бюджетным ценам. Ну, платьишки вот распродают летние, а так... В принципе, все. Теперь каталог. Здесь у нас стартует новинка тушь 5 в 1. Девчонки, кто попробовал, отпишитесь, пожалуйста. По 299 рублей она у нас на развороте. Прям кисточка. Вообще мне нравится, уже сразу нравится. Я думаю, что она должна классно удлинять реснички и создавать объем. Но так как у меня еще в запасе есть тушь от Марк, то я пока подожду отзывов и присмотрюсь к этой новинке. Еще новинка тени карандаш. 319 рублей. Скидка не очень большая. Карандаш за такую цену брать не хочу. Будет скидка, присмотрюсь. Но вот оттенки тоже, мне кажется, какие-то не очень удачные. Я люблю вот нюд. Коричневый, даже если, но здесь он, мне кажется, будет в рыжину, и не верится мне, что вот они не скатываются, пишут, что не скатываются. Тени в стиках, в карандаше, ну, не могут не скатываться. Классная цена на карандашки «Диамант». Девочки мне писали, что их очень любят, и я теперь их тоже люблю. У меня целых 3 штуки в использовании. По-моему, они дешевле 160 рублей, не бывают. Это у нас 8-я страничка. И мне очень хочется попробовать коричневый сахар. Надеюсь, что он не будет слишком темным, уходить в черный. Хочется вот такой вот средний коричневый тон. У кого есть коричневый сахар, оттенок, девчонки, напишите, пожалуйста, насколько он интенсивный. Светло-коричневый, либо совсем темный. Пишу эти карандаши сутками, они с глаз моих никуда не деваются, не размазываются, не растекаются. Ну, вообще могу говорить о них вечно. По шок-цене у нас Attraction Lack. Так, Illuminata, по-моему, если я правильно говорю. Мне из этих ароматов очень нравится лак, но мне они придут, два аромата должны прийти в подарочек как раз за заказ в этом каталоге. Не забываем обменивать заработанные свои нотки. Появляется новая водичка Максима и Максим, наверное, или Максим, для нее и для него. И пробники будут у нас с распылителем за 59 рублей. Я не буду брать, потому что пока с меня ароматов хватит. И в прошлом, по-моему, каталоге они у нас и так пахли на страничках, поэтому, в принципе, я представляю, о чем идет речь. И мне как-то зашел больше мужской, а женский вот не очень. И дуэт. Разъединили, которые вот желтенький с сиреневым, и теперь каждый флакончик можно приобрести по отдельности. Это здорово. Я очень жду, когда разъединят новинку вот эту, потому что мне совершенно не нравится желтый аромат, и я в восторге от голубого. Если он будет продаваться отдельно, я буду брать его однозначно. На мой взгляд, не очень выгодное предложение. Собери набор на странице 51. Аромат 30 миллилитров плюс аромат 10 миллилитров. Но ароматы 30 миллилитров здесь представлены, которые, ну, можно за 150, за 190 рублей так взять, а вот эти за 170. Поэтому
ну, не очень выгодная акция, и ароматы здесь представлены, мне кажется, самые неудачные. В малышках вот только череш, если, а большие блески для губ, точнее масла для губ, которые уже нашумели в интернете, многие девочки их полюбили, на странице 77 по хорошей цене. 219 рублей. Мне хочется вот такой вот взять с небольшим вкраплением перламутра. Шарики, которые мне жутко полюбились, уже идут без акции. Если будет, девчонки, обязательно берите. У меня цвет кул. Вот этот вот цвет кул. И в этих румянках есть и светлые, как хайлайтер, как бронзер шарички, и нейтральные такие, кораллово-розовые. Я в восторге. Вот они у меня сейчас опять здесь на щечках, и можно сделать от еле уловимого до очень интенсивного оттенка, поиграться с ними. Я прям их обожаю. Новиночки, наверное, относительные в линейке люкс у нас на 103-й странице. Вообще очень удобная, конечно, задумка для тех, кто пользуется пудрой, сделать вот такой формат. Но мне кажется, здесь пудры мало, всего 3 грамма, а стоить этот продукт будет 530 рублей. Если на какой-то распродаже, то да, а так, ну, 3 грамма за такую сумму покупать не вижу смысла. Девчонки, вот я себе даже заложил, хотел с вами посоветоваться. Кто пробовал тональный крем Color Trend? Это у нас страница 106. Написано, что он блеск-контроль. Вот очень интересно, если он действительно матирует, я, пожалуй, возьму. И цена на него такая, ну, 230 рублей за 30 мл нормально. Потому что тональниками не очень хочется пользоваться, но все равно вот так вот мало ли что куда, пусть будет. Но хочется вот именно с эффектом матирования купить тональник, потому что очень много их уже у меня неудачных, и так и стоят, пылятся на полке. Вот кто пробовал, напишите, пожалуйста, действительно ли матирует, или все брехня. Классная новиночка, за 1150 рублей можно вот так на подарочек кому-нибудь взять. Полотенце, которое у нас закрепляется, да, на груди, и тюрбан. Все в одном стиле. Ну, расцветочка такая нейтральная, но имейте в виду, что это полиэстер 100%. И за 1150, ну, не знаю, насколько это выгодно. И очень интересно, полотенце у нас фиксируется, с помощью застежки. Тогда хорошо, девчонки. Я думала, если на липучке, то это тоже все бессмысленно. Коврик для массажа ног, но не знаю, по мне так лучше взять, знаете, вот этот аптечный, как он называется, аппликатор Кузнецова, по-моему, который с иголочками, и гораздо эффективнее по нему сделать массаж своих ножек. Классный набор кисточек для макияжа, 3 штучки. Это у нас страница 164. Я так понимаю, они малышки, размеры 12-12. Ну, вот такие. Нет, в принципе, нормальный размер. 12 сантиметров. И здесь самые необходимые кисточки в очень красивом чехольчике. Я вот прям смотрю на этот набор, и хочется мне его взять, положить в косметичку, чтобы не таскать с собой везде большие кисти, большие пусть стоят дома, а эти вот куда-то там на выход, на работу и так далее. 400 рублей за 3 кисти, в принципе, цена нормальная. Маски из линейки Планета Спа у нас идут по 125 рублей. Смотрела обзорчик Иришки Биби Брайн, и там она рассказывала очень подробненько про составы всех этих масок, где действительно есть основной компонент, а где он в самом конце, и нет смысла от таких масок. Я для себя из этого видео сделала вывод, что буду брать пока сокровища Бразилии, потому что я помню, Ирина рассказывала, что там очень неплохой состав. Возьму ее, она у нас получается увлажняющая, сейчас уже осень и скоро зима, и вот именно маску такого формата, увлажняющую, питательную, нужно иметь в своем запасе обязательно. Неплохая акция на 180-й странице. При покупке любого средства, получается, Avon True, антивозрастные, да, 3 антивозрастных средства. А у нас идет мицеллярный скраб для лица 30 мл, девочки, за 60 рублей. Мицеллярный скраб – это мой восторг. Я пользуюсь им на каждодневной основе с утра. Он очень освежает, бодрит, знаете, кожа так просыпается. Мне нравится жутко.
Как закончится, я буду брать еще однозначно. Для чувствительной кожи может не подойти, потому что там много мелких вкраплений, и он, знаете, слегка вот прям пощипывать может. А для нормальной, жирной, комбинированной, прям вот огонь. И вот этот же скраб для лица вы можете взять не малышку 30 мл за 60 рублей, а за 159 рублей полноразмерку 150 мл. Я хотела еще с вами, девчонки, посоветоваться. Вот эти два средства. Пенка для умывания и тоник из линейки Avon True на странице 183. Заявлен матирующий эффект тоже. Я в вечном поиске хороших матирующих средств, поэтому вас постоянно спрашиваю, действительно ли матируют пенка и тоник. Вот очень интересно, кто пользовался, пожалуйста, очень вас прям прошу, напишите. Потому что хочется заказать и хочется, чтобы это был не очередной бесполезный продукт. И вот, в принципе, любые средства, здесь и масло, и тоники, мицеллярочки двухфазные, можно приобрести по очень хорошей цене, если берете два средства. Вот рядом стоит желтая цена. Хорошее предложение на самом деле. Может быть, я даже запасусь мицеллярным скрабом еще по такой цене. Ну и если вы напишете хорошие отзывы, то возьму, конечно, и тоник матирующий. Очень интересно попробовать. Но сейчас так много средств для волос в использовании. Вот эту вот линейку со страницы 195. Так, получается у нас дисциплина волос. Девчонки, кто пробовал, напишите, стоит она того, как бы вот до-после, да? Но это прям вау, как будто утюжком прошлись. И якобы даже при условиях влажности воздуха 100% волосы ваши пушиться не будут. Для меня это тоже великая проблема, потому что они у меня любят попушиться. Масло эйвонское одно только является вот для волос, для меня точнее сыворотка с маслами спасением. Интересный наборчик еще по акции. Это у нас лак для волос, сильная фиксация и увлажняющая сыворотка для волос с кокосовым маслом, драгоценные масла. 201 страница. Вот он наборчик. За 429 рублей, получается, можно приобрести два таких средства. Причем сыворотка в объеме 100 мл. Хорошая цена на детские шампунчики, пеночки, всякие спрейчики. Все по 109 рублей. А только спреи по 149 для облегчения расчесывания. Но мы запаслись уже в Берлике детской линейкой. А так цена очень приятная, хорошая. Девчонки, хочу попробовать крем-депилятор с маслом жожоба. И цена, в принципе, неплохая. Скажите, пожалуйста, вот эта лопаточка, она идет уже в коробочке к этому крему? Ну, я так понимаю, судя по всему, да. И кто пробовал, действительно ли он стоит своих денег, тоже буду вам очень благодарна. Хочется попробовать. Девочки, интимки мне не подошли, точнее, ну, не подошла. Я пробовала одну, здесь ее, кстати, нету. Она у нас в конце тут будет в наборе, которую мне советовали, такая вот коралловым там что ли цветом написано. Вообще не подошли, вызвали раздражение, поэтому перешла обратно на интимки Faberlic. Неплохой такой наборчик тоже можно взять на подарочек. Это страница 236, здесь гель для душа Сенсенс Любовь Париж, по-моему. Он очень хорошо пахнет, мне нравится. И малышка туалетная водичка. Какая малышка? 50 мл. И этот набор будет стоить 319 рублей. Кстати, не помню, как она пахнет. Нормально пахнет. Сладенькая водичка. Для любителей сладких ароматов, кстати, нормально пахнет. За 319 рублей взять вот такую вот на подарочек кому-то вообще шикарно. Второй набор у нас. Пена для ванны. Гель для душа за 279. Пена 500 мл, не очень выгодный набор, мне кажется. И третий набор, морская лагуна, гель для душа Сенсес и туалетная вода Summer White. Я так понимаю, она должна быть свежей, здесь не понюхаешь. Тоже 319 рублей набор, класс. Новинки в серии Avon Sensus мне не зашли, девчонки, более-менее еще вот этот. Вот этот все, я даже вот сейчас тереть не буду, это для меня запах рвотного рефлекса, потому что есть, когда я раньше ездила до покупки машины на общественном транспорте, в некотором транспорте были вонючки вот именно с вот этим ароматом, и только от этого аромата, я имею в виду освежитель для машин, да, для газелей, для автобусов, именно от этих ароматов меня жутко укачивало и тошнило, поэтому вот понюхав вот этот гель для душа, просто я поняла,
Это точно не мое. Поэтому, девчонки, у кого нет каталога, и кого тоже бывает укачивает в транспорте, к вот этому не присматривайтесь. А вот этот вот, ну, еще более-менее, хотя мне, честно, ни один не понравился. Набор из 5 продуктов. 399 рублей. Здесь интимка, которая мне не подошла. Пена для ванны. Так, гель для душа и сыворотка для волос, драгоценные масла. И единственное, что в ней меня интересует, это вот этот крем. Давно на него смотрю, матирующий крем для лица, огурец и чайное дерево. И хочу его купить отдельно. Он был в том каталоге по акции, я все ждала отзывы ваши на него. И не успела добавить заказ, но в этом его даже нет отдельно в каталоге. Вот тут вот как бы есть код за 200 рублей, но я подожду, наверное, все-таки скидочки. А так я слышала, девочки его хвалят, что свои деньги он оправдывает и что слегка матирует. Для тех, кто пользуется уходом от NU, классное предложение в конце каталога на 250 странице. Здесь прям все расписано по возрастам 25, 35, 45, 55. И в каждом из этих наборчиков есть сыворотка с витамином С. Я вам уже, наверное, устала ее нахваливать. Она действительно классная, я использую ее как вечерний уход перед сном. Совсем граммулечку наношу на кожу, распределяю, она впитывается тогда хорошо в лицо, не берите много, будете ходить как масляный блин. Она хорошо тогда впитывается, увлажняет, питает действительно вашу кожу для тех, кому не хватает питания. И на зиму вообще это средство, мне кажется, просто супер. Подойдет для сухой, для чувствительной кожи абсолютно. Ну, единственное, наверное, не подойдет тем, у кого аллергия на витамин С. Вот это однозначно. Даже Avon нам говорит о том, что 99% женщин подтвердили, что их кожа стала более сияющей. И не полноразмерка, нет, 30 мл этой сыворотки отдельно у нас будут стоить 699 рублей. Концентрация витамина С здесь 10%, а вот в этих вот капсулках 20%. А я вам попозже обязательно сниму видео, как чистым, чистым, то есть 100% у нас будет концентрация витамина С, привести свою кожу лица в идеальное состояние. Ну и на этом, мои хорошие, все. Вот такие продукты заинтересовали меня в 14-м каталоге. Пишите, что будете приобретать вы. Возможно, я что-то интересненькое по хорошей акции пропустила. Спасибо, что смотрите меня. Не забывайте, пожалуйста, поддержать меня пальчиком вверх. Ну а я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока!